Всем привет, дорогие друзья, подписчики! С вами снова Андрей Неретин. И сейчас мы с вами идем ставить раколовки. Взяли с собой вершу, комбикорм. Вот мы пришли на мост. И сейчас будем устанавливать раколовки и вершу. Взяли вот такую раколовку. В прикормку входит комбикорм и жмых. Комбикорм набиваем в нашу раколовку. Так. Так, ну что же, первое готово, идем ставить на папу. И прям в воде ближе, может, так вот, какое-нибудь четкое видео получится. Дорогие друзья, вторую часть вы увидите завтра. Если хотите поддержать мой канал, в описании есть ссылочка для топ-контента. Всем пока!